Всем привет, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Сегодня с вами Бухгалтер. И сегодня мы поговорим о таком интересном канале, как «Больше груз, 40 рус». Называется канал. Канал дальнобойщика. Вот такой канал. Значит, на данном канале 430 тысяч подписчиков. Мы узнаем, сколько данный канал зарабатывает за месяц на Ютубе. А также узнаем, сколько данный автор канала заработал за все время на Ютубе. Смотрите, значит, последний ролик был загружен 19 часов назад. Ролик набрал 107 тысяч просмотров. Уазище зверей на глазах. Вот так ролик интересно называется. Потом смотрите DAF XF-105. Установка новых... чего-то тут. Установка новых туманок. Дефлекторов. Вот. Получается, ролик набрал 147 тысяч просмотров. Ролик был загружен один день назад. «Как наложить штаны» ролик называется. 203 тысячи просмотров ролик набрал. Три дня назад был загружен на канал. «Трассу не видно. Попал в снежную бурю». Гололед. 195 тысяч просмотров ролик набрал. Четыре дня назад был загружен на канал. То есть, какой вывод можем сделать? Что данный автор канала выкладывает ролики каждый день на свой YouTube канал. Хорошо. Давайте посмотрим самые популярные ролики данного канала. И посмотрим, сколько набрали и какие ролики стали популярными. Вот смотрите. «Обочники – это зло». 3 миллиона просмотров ролик набрал. Год назад был загружен на канал. Также вот еще ролик. 2 миллиона 700 тысяч просмотров ролик набрал. 9 месяцев назад был загружен на канал. «Щемим обочников. Как крысы лезут со всех сторон». Потом вот еще ролик. «Выгрузка не для тонеров». Ролик как-то странно называется. 2,5 миллиона просмотров набрал ролик. Год назад был загружен на канал. Потом «Борьба с обочниками». Скажем, обочине нет. 2 миллиона 100 тысяч просмотров ролик набрал. Год назад был загружен на канал. Также вот еще один «Щемим обочников». Рабочий момент. 2 миллиона просмотров ролик набрал. Год назад был загружен на канал. А вот еще «Наказали обочника». Остался без зеркала. 2 миллиона просмотров набрал ролик. Год назад был загружен на канал. Да, популярных самых очень достаточно много. И можно говорить о них очень долго. Давайте посмотрим вообще старые ролики. Когда же первый ролик был загружен на канал «Больше груз, 40 рус». И будем отталкиваться уже от статистики, от того, сколько данный автор канала занимает своим YouTube каналом. Вот смотрите. «Ман Самосвал», видеообзор. 2 года назад был загружен ролик на канал. Набрал он 59 тысяч просмотров. То есть автор канала занимается своим YouTube каналом 2 года. Первый ролик был загружен 2 года назад на канал. Ну, сейчас посмотрим мы, это правда или неправда. Просто автор канала, может, скрыл свои предыдущие ролики. То есть давайте посмотрим статистику канала. Вот смотрите, канал был зарегистрирован 13 декабря 2017 года. Все верно. Каналу 2 года полноценных. Каналу пошел уже третий год. На канале уже 107 миллионов 119 тысяч 672 просмотра. Вот описание, кому интересно, можете почитать. Подписывайтесь на канал, на мою группу. Я покажу, как работаю. Как работаю я и другие водители самосвалов. Ремонты, поломки и их устранение. Я покажу, как работаем мы и другие. Покажу, как строят дороги в России. Ну и тому подобное. Хорошо, давайте теперь перейдем на другой сайт и посмотрим статистику данного канала, то есть узнаем, сколько он зарабатывает на YouTube за последний месяц. Смотрите, «Больше груз, 40 рус». Загрузок 437 видео, подписчиков 430 тысяч, просмотров видео 107 миллионов 112 тысяч 799. Данный канал зарегистрирован в России, тип канала «Автокресло». Пользователь создан 13 декабря 2017 года. YouTube нам также говорит, что канал был создан 13 декабря 2017 года. Общая оценка канала B+. Вот смотрите, на канал, значит, за последние 30 дней подписалось 15 тысяч человек. На 50% лучше, чем позапрошлый месяц. То есть позапрошлом месяце на канал подписалось 7,5 тысяч человек. Хорошо. По просмотрам, видео просмотров за последние 30 дней на канале «Больше груз, 40 рус» было 6 миллионов 36 тысяч просмотров. На 1% лучше, чем позапрошлый месяц. Хорошо. Значит,
Расчетный ежемесячный доход данного канала составляет от 1500 долларов в месяц до 24 тысяч 100 долларов в месяц. Но все мы знаем и понимаем, что YouTube не заплатит данному каналу 24 тысячи 100 долларов. Начальный заработок данного канала составляет от 1500 долларов в месяц. Давайте посчитаем 1500 долларов, умножим на 63, получим 94 тысячи 500 рублей. Начальный заработок данного канала составляет. Но на самом деле данный канал за последний месяц заработал больше, чем вот эта цифра. К этой цифре мы позже вернемся. Давайте пока посмотрим вообще, что происходит в лайве на данном канале по подписчикам. Как я вам ранее и сказал, на канале больше груз 40 груз, 430 тысяч подписчиков. Здесь статистика обновляется ежесекундно. Здесь вы можете смотреть статистику как по подписке на данный канал, а также по отписке данного канала. Все в реальное время происходит. Кому интересно, можете зайти, посмотреть, помониторить. Давайте теперь разберем детальную статистику данного канала. То есть узнаем, сколько за сутки набирает просмотров данный канал. А также узнаем, сколько за сутки набирает подписчиков. Канал больше груз 40 груз. То есть разберем подробную статистику. Сейчас мы переведем на английскую версию. Так. Почему-то грузит у нас долго все это. Вот смотрите, значит. Ну, тут статистика у нас почему-то данного сайта не зафиксировала по подпискам. Зафиксировала только 5.01.2020 года 1000 человек подписалось. Потом 7.01 еще 1000 человек. 8 еще 1000 человек подписалось. То есть за сутки подписывается по 500 человек и более на данный канал. По просмотрам. Видео просмотров за сутки набралось. Вот смотрите. 82 тысячи просмотров за сутки. 183 тысячи просмотров за сутки. 303 тысячи просмотров за сутки. 308 тысяч просмотров за сутки. 163 тысячи просмотров за сутки. И так далее. То есть за сутки данный канал набирает от 201 просмотра и более. Хорошо. Давайте теперь посмотрим статистику на будущее данного канала. Что ожидает данный канал через год? Какие изменения будут на данном канале? Вот смотрите, значит, через 12 месяцев на канале больше груз 40 груз будет 601 870 подписчиков. Сейчас в данный момент 430 тысяч подписчиков. И просмотров будет на данном канале 179 468 718. 179 миллионов будет. А сейчас в данный момент 107 миллионов. А через 5 лет на данном канале будет 1 299 158 подписчиков. И 469 667 867 просмотров на данном канале. Вот такая статистика ожидает через 5 лет данный канал. Хорошо, давайте теперь узнаем, сколько же за все время заработал канал больше груз 40 груз на Ютубе. Смотрите, значит, на сегодня, 31 января 2020 года, канал больше груз 40 груз заработал 6 423 тысячи 41 рубль. Вот такие цифры заработал данный канал за все время существования на Ютубе. Ну, тут обсуждение, кому интересно, можете посмотреть, почитать. Хорошие видео, интересные. Красава, Толян. Вот. Хорошо. Так, давайте теперь посмотрим, значит, смотрите, сколько вот больше груз 40 груз зарабатывает на Ютубе. 8245 рублей в день или 247 357 рублей в месяц. Подсчет дохода ведется с даты создания канала 14.12.2017 года. То есть данный сайт нам говорит, что автор Коляна больше груз 40 груз зарабатывает за месяц 247 357 рублей. А Social Blade нам сайт говорит, что канал больше груз 40 груз зарабатывает на Ютубе от 1500 долларов в месяц. То есть давайте посчитаем. Мы посчитали в рублях. Это 94 500 рублей. Вот тут у нас завышена цифра. На самом деле данный канал за последний месяц, смотрите, заработал сколько. Просмотров было на данном канале за последний месяц 6 миллиона 36 тысяч просмотров. То есть мы вот эту цифру 94 500 долларов, извиняюсь, долларов, рублях, рублей, умножаем
на 2. Получаем 189 тысяч рублей. Заработал канал. Больше груз 40 рус. На Ютубе. За последний месяц. В долларах это 3000 долларов. Заработал канал. За последние 30 дней. Хорошо. Также можем вывод сделать, что мы узнали, что за все время канал «Больше груз 40 груз» заработал на Ютубе 6 423 тысячи 47 рублей. Вот такие цифры, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Ну что я вам хочу теперь еще сказать напоследок. Всем огромное вам спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!